9 мая 2024 года в Вашингтоне, США, прошел митинг туркменских активистов перед посольством Туркменистана. Они требовали освободить политзаключенных и заявили, что не являются врагами своей страны. На обращение активистов работники посольства не отреагировали. Однако видеозапись протеста дает надежду на то, что власть Ашхабада услышит голос народа. В акции участвовали около 10 человек, включая главного редактора Turkmen News Руслана Матиева. Многие активисты не смогли присоединиться из-за опасений за свою безопасность. Видео доступно на YouTube-канале ДВТ